которые в стопках учебников, которые их заставляют читать. И в качестве оценки знаний нужно использовать не метод вот этой фактической проверки данных, которые вы прочитали в учебнике и зазубрили, а нужно использовать более аналитический вариант. Это эссе, которые заставляют подумать и проанализировать те данные, которые ты получил, сделать какие-то выводы. И, что важно, здесь не должно быть какого-то единого правильного ответа. Преподаватели должны оценивать именно умение анализировать, умение приходить к каким-то выводам, использовать разные методы анализа. Потому что вот это как раз, по-моему, по-взрослому. Это уже тянет на проверку людей, которые через пару лет становятся профессионалами и специалистами в определенной сфере. Сомневаюсь, что на работе им нужно будет зазубривать какие-то данные или какую-то информацию в целом. У них будет для этого интернет.